А дети ваши крещенные? Конечно, ага. Да. И муж у вас православный? Да. Ага, то есть у вас в этом смысле нет никаких споров в семье по этому поводу? Нет. Угу. Хорошо. А папа ваш, Владимир Валентинович? Он крещен. Но он не ходит в церковь? Нет. И вы с ним никогда эту тему не обсуждали? Не хотите говорить об этом, Юль? Ну, мне кажется, что давайте такая не будем. Интимная тема. Все, нет, да. Нет вопросов. Давайте, тем больше Барсику абсолютно нет. Неинтересно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».